Игра Федины игрушки. Привет! Заходи в нашу песочницу, поиграй с Федей. Слушай, какие игрушки нужны Феде, и щелчком клади их в песочницу. Принеси мне 3 кубика. Это игра для того, чтобы малыши, совсем маленькие дети, знакомились со счетом, с понятиями 1, 2, 3. Поэтому Федя здесь такой у нас малыш, который просит принести ему какое-то количество предметов. Ребенок должен на слух запомнить инструкцию. 3 кубика, значит, нажимаем на 3 кубика. О, спасибо. Федя, Федя, посмотри, ты же не все кубики собрал. А сколько Федя оставил кубиков? Опять ребенок считает, сколько осталось кубиков, и выбирает нужное число. Дай мне 2 мячика. Федя сказал 2 мячика, значит, нажимаем на 2 мячика. То, что надо. Федя, Федя, посмотри, ты же не все мячики собрал. А сколько Федя оставил мячиков? Соответственно, выбираем нужное число. Здесь очень полезно, конечно, с этой интерактивной игрой сочетать предметную деятельность, положить на стол перед ребенком различные предметы и тоже делать аналогично. Вот 2 кубика, и он показал 2 предмета. 3 кубика, 3 предмета. Таким образом, материал усваивается гораздо лучше. К этой игре есть печатное задание. Оно сделано по мотивам этой игры.